будет, ребята. С понедельника у меня начнутся тренировки. И мне нужно размяться и порастягиваться. Давайте начнем. Для начала надо побегать. Ну так, побегай. Если тебе скользко, ты это можешь раз. Кстати, ты где бегаешь-то? В своей новой комнате? Ну, конечно, я же на участке. Да, в своем домике. Ну, он еще не готовый пока. Это ничего. Ну, ничего, скоро достроим. Ну, да. Так, поднимай пяточки до попы. Носочки тяни. Ох, у меня уже голова закружилась. Сразу обратно. А тебе давай вспомним нашего тюленя. Носочки вместе. Все, пошла. Пятки вместе делай. Пяточки вместе. Но быстрее. Коленки оторви от пола. Они идут не быстро. Ну, у нас быстрый тюлень. Коленочки от пола отрывай. Нет, ты не плыви, это будет следующее. А ты шагай ручками, давай. Шагай. Давай, давай, давай до конца. Доходи, 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 доходи. Умничка. А теперь давай как раз поплаваем брасом. Теперь подтягиваешься сразу. Нет, нет. На месте остается, подтягиваешься. И теперь еще тянешься вперед, чтобы руки сзади остались. Давай, толкай. Вот так. Теперь руки через верх перекидываешь. Раз. Не-не-не-нет. Ладошки куда положила, тут остаются. Подтягиваешься и еще дальше до конца вытягивай, вытягивай, вытягивай. Можешь развернуть. Вот, опять через верх. Через верх. Вперед. Ладошки куда положила, там остаются. Подтягиваешься. Еще дотягиваешься. Хоп, и через верх. Перекидываешь. Вперед. Ручки еще толкаешься. Умница, руки через верх. Как будто плывешь. Раз. Еще. Да, по одной можно. Вот так, давай. Давай. Какое упражнение мы с тобой придумали. Вот умничка. Хорошо. И пошли слоники. Прямые коленки. Нет, прямые. Молодец. И червячок. Это я буду делать. Червячок на спине. Давай. Хорошо. А теперь давай покатаемся колбаской. Втягивай. Нет, нет. Велислава, зачем ты как попало делаешь? Скажи, пожалуйста, всех вопрос вот этого. А какие колбаски? Ну, на колбаске должны быть вытянуты ручки, вытянуты носочки. Вот так ты должна делать. Теперь колесики давай. Это мои любимые. Ну, давай попробуем. Не дотянула коленки. А носки? Нет. Можно с кривыми ножками. Не падать. Давай. Ноги перекидывай. Давай. Вот так.
Закидывай ноги. Угу, теперь с удобной ручки, но ровно и красиво. Руки вверх подними обе. Обе ручки вверх. Держи ножку. Вот, в стяжечку, правильно. Давай с неудобной ручки. Вот, давай, давай. Ножку подними, повыше на заходе. Так, резче делай. И последний разочек с удобным. На мостике. Халтурщица, ну а что, ты сама не сделала? Просили тебя. Хорошо, дальше. Ручки назад за спинку, замочек, локти прямые. Делаешь волну вниз, вверх. Раз и два, пяточки вместе. На пяточку сидим ровно. Раз. Лобиком до пола два. И раз до пола лобиком. Два, кругленькая спиночка и прогибчик, кругленькая спиночка. Хорошо, теперь Все, вытягивайся в колечко. Раз. И легла. Два. И три. И легла. И раз. Ну, каждый раз пальчиками до головы достаем. Два. И раз. Достаем, достаем, достаем. Выше, выше. Над... Над хвостиком ты должна достать себе. И раз. Последний разочек. И легла. Делай корзиночку. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Пошли. И наклон. Перекатик. Прогибчик. Обратно. Перекатик. По полу, по полу. Ножки вместе, ручки вверх. Переходим в правый шпагат, не отрывая попы от пола. И раз. Ну вот я и размялась. И до встречи на тренировках. И подписывайтесь, и ставьте лайки, и рассказывайте обо мне своим друзьям. Всем пока!